Здравствуйте, друзья! Вот такая красивая коробочка к нам прибыла. А мы ее будем распаковывать. Йети. Называть Йети. Йети, твою микрофон. Вот. Да. Давайте будем этого Йети микрофона распаковывать. Так, прикройте, пожалуйста, дверку, чтобы они нам не галдили. Это весь звук от микрофона. Да. А то действительно, то микрофон мы еще не включили, но звук уже идет в тот, что есть. Так, вытряхиваем. Да. Так, хорошо, хорошо. Коробочка посмотрели, красивая. Посмотрели. Так. Давайте дальше. Так. Ну, это провод. Вообще микрофон с USB-портом работает. Не, ну что вы видите? Я смотрю, как аккуратненько вытянуть, чтобы. Так. О, какая штука. О, такая штука, да. Такая штука. Да. Нет, так не хочет. Берется так. Он металлический, так. Он тяжелый. Тяжелый, тяжелый. Коробка всего увесистая была. Есть такие вот блогерские игрушки, друзья. Ну, вы ведь ее не уроните, смотрите, тяжесть. Нет, я посмотрю, как его. Как лучше, как лучше. А я-то весь искрутился, чтобы заснять это. Да, а я пытаюсь понять. Так. Она плотно сидит просто. Да. На сухом трении сидела. Да. Так. Давайте мы его раз. Вот. Там он подкручивается за ушки. Вот тут подкручивается и дальше становится вот так или так. Да, вот такая. Подождите, вот. Так а у него какие-нибудь органы управления должны быть? Вот, вот. Ну, наверное. Хорошо. Одна кнопочка, видимо, включает. А вот другая кнопочка делает еще. Тише, громче. Ага. А это меняется, откуда он звук берет. Значит, да, он вот. Может брать с одной стороны, может брать со всех сторон, может брать восьмеркой, то есть спереди и сзади, когда два человека сидят напротив друг друга. Так, тут у нас... Ну да. Слушай, наушнички для контроля. Можно наушнички. Да. Я, вот тоже, это что за я что? Тоже заказал. Значит, это... Я не вижу отсюда без очков. Просто какая-то такой, резьба просто, для просто, чего-то? Нет, просто что-то. Да, не, пока непонятно что. И это мини-USB, что ли, там? Да, это мини-USB. Это мини-USB. Вот, я извиняюсь, надо было очки, конечно, надеть. Дело вот. В том, что у меня такое ощущение, что да. Там стоит заглушечка, можно достать. Это может быть под... Нет, плотно. Не надо, нет, пусть стоит. Это явно, чтобы чего-то прикрутить можно было. Это я думал, что под большое. Я думаю, что если почитать, сказать, если да, почитать инструкцию... Ну, мы да. Же инструкцию читаем в последнюю очередь. Ну, мы как программисты, да. Когда ничего не остается, читаешь, значит, manual. Вот. Ну, в общем, ой. Оп, осторожно. Мы ее не закрепили. Не закрепили. Вот. Значит, друзья, теперь мы будем только в деле ее смотреть. О, у меня как раз сегодня, вот так должно выглядеть. Как раз сегодня у меня будет прямой эфир, и мы в нем покажем, как работает вот эта штуковина. Значит, я сейчас что делаю, друзья? Я пытаюсь настроить. Вот мы подключили. Значит, мы подключили микрофон сам по себе к компьютеру. Мы. Наушничками я пытаюсь слышать, что там происходит. И вот здесь у меня есть ручка громкости. Я могу себя слышать очень, очень хорошо там. Или наоборот, плохо. Вот здесь это происходит. И я сейчас запустил трансляцию на YouTube. Давайте я пойду на YouTube, чтобы не получилось, что ребят начнут подключаться, а меня нету. Вот у меня лайв-стриминг. Вот у нас тут этот чат. А вот я уже на YouTube. Нас уже 18 человек смотрит, слушай. Так, нас уже смотрит 18 человек. Вот. Давайте я окошко чата. А покажите, как я это обычно делаю. Значит, вот я беру окошко чата и говорю ему поп-ап. Так, и оно возникает вот тут отдельно, вот это окошечко. И дальше я так обычно его. Ага, нет, сейчас. Дальше я вот так обычно убираю вот сюда. Я в кадр попадаю. Ничего страшного, что вам там плохо, что ли, в кадре. Вот так я делаю. И там ребята пошли у нас. Вот уже они пишут комментарии. Значит, спасибо за видео. Значит, народ, я обращаюсь к тем, кто сейчас в линии, а их уже там, мне кажется, откуда взялось столько народу? Уже 63 человека. Ребята, мы тестируем микрофон. Вот вы, может, его не видите. Вот я вам покажу. Мы тестируем микрофон. Раз, 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 раз. Вообще страшно это. Я в наушнике слышу то, что идет в канал. Значит, вы это услышите минут там через 10-12. И просто вопрос к вам.
такой, если вы ощущаете, что что-то такое стало лучше. Нет, слышно отлично, это хорошо, это хорошо.